Следующий вопрос. Основные показатели деятельности управления, это управление деятельностью 2011 года, это пункт 5, начиная со страницы 24 презентации. Я хочу передать слово Морозу Максиму Васильевичу, он отвечает вот структуру, которая у вас была, левая колонка отвечает. Вновь утвержденный представитель управления, который отвечает за финансы и планирование. Добрый день еще раз, уважаемые члены наблюдательного совета. Я хотел бы совсем коротко рассказать.